104. Зверь. BFF коробка. Коробка. Ого, коробка, это интересно. Особенно, что мы этот шатран на зверя. Это сильно интересно. ZT00 MPC. Тут и опять вроде живенькие. То есть мы ищем кнопку, ищем айтемы хорошие, да? На самом деле, по-моему, нихуя мы не ищем. Наверное, я даже об этом думать особо не буду. Но если будет кнопка, тогда, конечно, возможно, я об этом подумаю. Это будет другой разговор. Но только в этом случае. Причем там же прям дико будет удобно. Там можно выложить кнопку и айтем прямо на боссе. И никуда не ходить. Просто шикарно. Здравствуй, Валтиния. Это просто шикарно. Коробка на зверя. Я так уже делал. Я как-то реально айтемы выкидывал прямо на зверя. Это было смешно, но типа не сильно. Так, так себе. Средний юмор. Но можно, можно и так сделать, наверное. Какое-нибудь туда говно притащить. Red Ballon Sin. Как ломать? Надо оставить либо в этом руме, либо на босс руме Forget Me Now. Тогда он там будет каждый раз при каждом типа нажатии Forget Me Now по дороге назад. Ну типа на подъеме на зверя. Ой, блять. Это было тупо. Стрикт не рипнулся, ну еще бы. Мы же YouTube стрики, у нас стрики никогда не рипаются. Стрики бесконечные. Так, чем я BFF? Ну, пока, по-моему, я с него ничего не получаю особо. Это потенциально веселый айтем. Веселый фарм. Можно за часы положить коробку вообще бессмертия? Как? Как тебе часы дадут бессмертия? Или типа в смысле каждый раз нажимать коробку, потом часы, ну это такое себе. Это нужно как минимум активку подбирать. Это довольно уныло. Ну в теории, да, типа если ты не будешь коробкой пользоваться, наверное, да. Наверное, там часы будут лично заряжены. Но это прям такая себе дрочь. С переподбором часов. Но возможно, да. Типа, если коробкой больше не юзать, то, наверное, часы там будут вечно наготове. С вечным зарядом. Звучит, наверное, логично. Кстати, я мог забрать, да, наверное, тирзап. Он поломал каждый раз или нет, кстати, тирейт? Я не помню, как это работает. Или он только один раз дает тирейт? Будут идти, я думаю, до конца будут идти, я не буду там ничего менять. Там люди же смотрят стрики. Я думаю, я-то не буду ничего менять. Даже если солью, там все равно будет рано идти до конца. Все там дней 20-30, сколько там уже будет отставание. Так что да. Мечты о кнопке, но куда без них? Куда же без них? Влажные мечты о кнопке. Это взорвать, это взорвать. Я пожалею об этом. Окей, об этом не особо жалею. Это вроде не так страшно. Всего лишь спид челлендж. На 1.5 минуты. Ну, плюс айтем, правда, конечно, бесполезно, но, опять же,
Может, будет ресток. Типа не кнопка, но ресток будет. Или будет ролл, или будет блэкруна. Так что... Какие-то всегда варианты в теории возможны. В игре довольно много секреток с рестоком есть все же. Они довольно прокают часто, когда, правда, они нахуй не нужны обычно. Когда нужны, хер найдешь. Но это не важно. Которые сюда бесят эти бочки. Лучше их убрать заранее. Блет. Упс. Противно, Рома. Опять хп смешное. Хп смешное и недоступное. Так, а если я получаю кнопку, я же, получается, останусь без... Да. Тогда я останусь без заряда коробки. У меня получается. Надо ее заряжать. Опять рума говна. Еще одна рума говна. Опять довольно мало хп. Чуть больше. Кнопки нету. Infested? Experimental pill. Еще и тирсдаун. Ладно. Забираем бомбу обратно. Ладым. Пошли дальше. Блайнд. Естественно. Ну, на самом деле, с коробкой похуй. Я могу просто в коробку забрать блайнд. На этом этаже. Или скипать на планетарии. Ой, что-то планетарии заебали уже. В этой игре. Типа планетарии. Нужно плевать. Все. Ах ты ж. Хуйня прилипшая. Все, заберу. Да, ролл скилл. Это у нас base damage Florid Caves, да? Это говно. Еще и на в тирейт немного. Чтобы еще веселее было. Это, видимо, день везучий. Странные старты. Сегодня не будет ранов быстрых. Муха, ты мне уже надоела. И от меня. Oh no. Oh no. Я ни одну не могу муху увидеть, них серьезно. Okay. У меня уже голова крутится, какой не... Блять! Эта муха в итоге выебала, на которую не смотрел. О, господи, говнорума еще одна. Меченые нету, да?
Душная. Первая она была хорошая. А тогда. Не сильно веселая, не сильно раны быстрые. Кайф. И тебя так же. А, не получилось. Иди повыше маленько. Ага. Бочки хорошие. Яйкс. Так, если ты купишь, если тебе купят игру в евро, ты все равно ее не получишь же, нет? Или нет? Там, по-моему, уже нельзя, по-моему, игры дарить из разных этих регионов. Или если дороже, то можно. Перейдем, спасибо, спасибо. Кошелек в рублях. Тут евро. А, не видел, что-то животное написало, лол. Господи. Откуда эти долбоебы берутся опять? Кек. Смешные детки. О, зубы. Дальше минус 0,65. Тебя? Да тебя-то зачем? После у кого мозгов сразу видно, что 0, типа, можно банить сразу. Нет, ноль желания общаться с животными безмозглыми. Зачем? Трата времени абсолютно пустая. Вот это реально пустая трата времени, это, тут-то я соглашусь. Таких животных внимание обращать. Проще банить. Неэффективная трата времени. Айзек нормально, что Айзек он играется, он стрики делает. Даже он люди смотрят. Вроде больше имеет смысла, чем хуйню писать в чат. По всем критериям. Ну, а там по лысу это правда было, по крайней мере. Со вторым немного опоздали лет на 12, наверное. Увы, к сожалению. А так почти угадали. В самое сердце попали. Так, я это не беру. Я это коробку заберу. Я люблю эту руму. Как это аккуратно сделать? Да так ее нечем обуть, у меня ничего нету на коробку. Далеко.
Чем в костер не идет? Блять. Выебали. Ладно. ХП? Это ХП. Дача. Карта. Что карта? Карта. Что хуйня, шо это? Из-за денег. Ебать, ноль денег. Охуеть. Ноль. Пистата. Так. Забрать хуйню под блайндом. Там ХП красное лишнее. Там большой, по-моему, лимит еще. Сколько там можно? 9, да, пикапов или 10, я не помню. Сколько нынче в коробку можно запихать? По-моему, 10. Пока вроде не о чем переживать. А! Ошибка. Чтим. Как меня заебало сегодня Флорид Кейвс уже. О, хоть зубы есть. Эти хорошие попался этот магаз с удачей. Повезло. Я еще не понимаю, о чем ты, Дима. Какой нахуй Исаф? Какой мувинбокс на Исае, что? Дача влияет на румдроп. Типа с большой дачей у тебя шанс больше на сундуки шивут палец. При зачистке румы. А, у якобы, в смысле. Якобы и сало. Ну, если у каждого будет коробка, то, наверное, будет, да, у каждого своя, наверное, будет коробка. Наверное. Там же два билда отдельно. Звучит логично. Жесткий мусор. А, это все румы. Даже нечего проходить больше. Нет, там есть это. Есть челлендж рума. Что нам тогда сделать? Лядном. Ничем. Здесь. Здесь. Предандон. 503. Здесь будет даже 504, возможно, может даже 505 сегодня будет. Смотрим. Как пойдет. Так, коробка. Так, подожди. Вот. Да. Да, оно. Это оно. Вот так уже интереснее будет. Так, это был Хорф, да, по-моему, черно-белый, по-моему, был Хорф. Хорф таблетка. Это что? Ты excited. Блин, в Кёрсу идти. Я потеряю синее. Не будет сделки защиты.
Тут же нихера нет. Клапсы. Ладно, неважно. Что дальше? Так, спейсы. Сюда. Они заряжены. Красиво. Красиво. Ха! Господи, как они овнят. Чё, в коробке? Никто не знает. Ладно, я знаю. Там пилёр, бомба и... И блайнд. Вот фильм 7 это правда. Это правда. Вот сыны Бакс. Сейчас мы узнаем. Там один блайнд, все остальное я знаю, что там. Все остальное не загадка. Блин, билд, конечно, помойка. Нужно срочно менять. Надо срочно исправлять. Очень грустно. С таким билдом в депсы идти. А, еще одна активка. Вау. Чё-то, блядь, все очень грустно. Можно взять отраву. Отрава, наверное, поможет. Наверное, с таким билдом. Эх, ладно, заберу, наверное. Ухуем хп, черный, окей. Ладно. Это, наверное, берется все же. Это нужно, айтем рума, хрень. Гипмагаз, серьезно? Ладно, все, денег нет. Поликарта. Рерол это не тот рерол. Рерол в магазине на эти айтемы не работает, он только на магазин работает. Бля. Хули, карта была недолго. Держал до последнего, как говорится. Окей. Окей. Так, где там еще одна рума? Правда, погоди, не, хуйня. Надо, чтобы у меня был заряд на сделку, потому что там в теории будет кнопка. Кнопку я тогда не смогу забрать. Блять, охуительный босс. Серьезно, что это за босс? Что сегодня, сука, за день такой проклятый? Опять нужно было брать выходной сегодня. Второй подряд. Что за хуйня? Опять в седы насрали. Так, жиром. То я могу на ангеле забрать, кстати, ключ. Еще на плюс айтем. Ну блин, бить ангела пиздец, конечно, с таким билдом. Ладно, может быть синий ангел. У меня одна бомба есть на одного ангела. Рили ангел. Еще и хуйня абсолютная. Я пожалею об этом. Тут благо ангелы вроде друг друга пиздят. Тут Земель не успел обосрать. Здесь шанс, что это хоть что-то мне даст. Тут я сейчас просто умру. Тоже вариант. Тоже вполне вероятно. Ладно. Это была плохая идея. Это была плохая идея, но это скоро умрет, а одного я вроде должен добить. Ну да, с таким билдом, конечно, ангелов не пить, это нормальные люди. Я не подобрал.
нормально. Ебать ты, гнида! Не успел даже выебать на full hearts. Ангельское чмо. Там хп были красные. В принципе, ничем особо я не рисковал. Блять, а я заряжу? Подожди, второй раз. Вроде заряжу, да? Вроде должен. Ну это плюс 3 айтема. Это вроде приятно. Колу, колу прислали, да. Из Казахстана. Вроде норм. Вроде похоже на обычную колу. Я особо не понял, в чем отличие. Так что будет все норм. Это тебе рейд. Надо найти синего хп много. Купил 12 литров черноголовки. Жесткий. Она тоже еще вроде более-менее... Тут была библиотека. Фак. Добрый кола... У нее какие-то отзывы противоречивые. Кто-то говорит, что типа она хуевая. Хотя вроде она должна быть типа точно как типа обычная кола. Что, блядь, один тоже завод. Непонятно. Я пока сам не пробовал. И пока не хочу. Ну да, у нас тоже есть. В 0.9, по-моему, продается. Так и кола также стояла. А как зеро? Зеро хуйня. Не люблю зеро. Да ладно. На самом деле, вроде сейчас зеро норм. Я помню, раньше пил зеро, и ну, это вообще было хуёвое. Сейчас вроде стало вроде получше. Сейчас оно вроде уже не так сильно отличается, по-моему. Так, есть хп. Есть хп. А я все равно проебу, да? А, сегодня все равно нихуя не получится. Ладно, корону я пока не прокую, книжку я заберу с собой. Так, не-не-не, стоп. Надо красное забрать, правильно, чтобы его убрать. Дюшес, который добрый дюшес, там цены такие же, потому что я говорю, один и тот же завод. Это все из одного и того же ведра льют. Потому что добрый — это кола. Там цены, там реально абсолютно одинаковые цены, что на колу, что на добрый. Потому что, опять же, это одно и то же есть. Там цены меньше и не будут. Книжки вот, наверное, дам. Книжки вроде выгоднее пиздить, очевидно. Целых 5 штук. Ну да, это уже 8 айтемов. В принципе, нормально. Надо забрать себе белых, чтобы не забыть. Нашу пить не мог, там из Беларуси. Но вот белорусскую я пока еще не пил, поэтому не знаю. Может, в другой раз из Беларуси докажу, лол. Мушально у вас вкуснее вода. Черт, значит, там еще может влиять. Там из Армении, из Беларуси, из Казахстана можно там всяких много вариантов, откуда сейчас можно заказывать на всякие эти озоны, Wildberries. Есть спрайт. Просто вода с сахаром. Воду с сахаром я могу сам сделать. Кек W. Ладно, еще газы. Газы, сахар и вода. Потыкаться? Да, блять, это дорого. Не, это дорого. Это очень дорого. Я хп сливать не готов пока что. Ладно. Книжка на хп... Может быть, пригодится. Там была мемная карта. Хотелось бы ее посмотреть. Перер.
То ли сахара дохуя запас. Наверное, справиться с этим меньше, наверное, я тут не уверен. Давно не видел состава. Ну, кола после мне вкуса нравится. Спрайт я, наверное, в детстве пил всегда раз, наверное. Это уже спрайт охладел. Пизда, там я сейчас выебали этим шоквейлом. Просто кайф. А потому что я... ну да. То есть юз книжки пошел даже на Emperor карту. Ага. Ну, впрочем, похуй, наверное. Ладно. Такое себе вышло, конечно. Я играю на геймпаде. Ладно. День говноранов сегодня, видимо, международный. Уже полчаса. Как я это задолжил, даже знать не хочу. Просто ебитесь. Спрайты икаю обычно. Надо от всего икать обычно. Не будет проблем. А лучше просто не икать. Чё, на головке голова болит? Страшно. Так, там, по-моему, еще осталось два слота, да, по-моему, на этом. Еще активка. Вау. Вау. Вот это, конечно, сид попался. Так, если будут батарейки, я их, возможно, юзаю на книжку, на самом деле, не на... не на коробку. Ключ возьму. А если, может, даже хочу взять, потому что у меня хп нихуя нет. Я на самом деле даже его заберу сейчас специально, один. Сможешь, там уже айтемов дохуя. Там уже айтемов много. Devil Mess. Так, Devil, в принципе, даже можно оставить в коробке, может, уже. Нет, я Devil оставлю на боссе. Кстати, вы меня наебали. Ничего я его и не взял. Взяли, обманули. Но я все равно возьму, потому что я хочу ангела. Я хочу, чтобы был ангел. Это будет эффективнее, чем дьявол с таким хп. В любом случае. Карта. Француз, что ли? Только-только по Spotify. Нет! Не бейте. Да умри, господи. Ты же не умирай, блин. Это будет долго. Найс! Вообще нахуй места не было. Чё? Так, конечно, в теории дьявол лучше, потому что если там будет что-то на хп, я могу, например, корону прохнуть и хп набрать синего. На дьяволе. Вообще могу вообще проебать звук, подожди. Это будет вообще охуенно сейчас проебать. Это будет тотальный ахуй. Хотя я, может, не буду, даже я троллю. Какая нахуй сделка, у меня шанс 1-3. Забей, я ёбнутый. Какая в жопу сделка? 1-3 шанс. Который, конечно, не прокает. Билд, сегодня билд мне противопоказан в этой игре. Похоже. Противопоказано мне находить билды сегодня.
Artist, you are listening to her Diva Heart as the album art. Oh yeah. This kinda looks like it. Nice. It's nice. Книжку зарядить, да? Заряжу можно на том этаже. Там, блин, 6 рум, это много. Очень неприятно. Камней меченых тоже нету. 5 блохи. Так, у меня же... Да, у меня колд, не серпенкиса. Кстати, о кисе. Я что-то уползла. Хватит. Курса. Так, Кёрс, гони сделку с ангелом, срочно. Я буду жаловаться. Нормально. Псевдозащита красного хп... Сколько-то... А! Оно мне не особо нужно. Я же знаю, как теперь только к нему можно обузить лу. Все нахуй. Это бесплатный фарм. Я ж научился жаловаться, я... Наверное. Буду жаловаться. Очень... Может быть, чуть не проебал. ХП вниз. Ладно, тебе рейд получил. ХП вниз, но я переживу. О, ХП. О! Хорошо. Вот теперь я, наверное, могу задуматься о том, чтобы все-таки пилером воспользоваться. Как работает гиперкоагуляция? Короче, куда ты стреляешь, туда полетят ХП при уроне. В эту сторону, в которую ты будешь стрелять. Да. Я только это узнал только недавно, когда мы ломали через это красное говно. Тогда я это узнал. Я даже не знал, что это работает, лол. Забавная, конечно, механика. Жестко. Бог. Вот там сундук золотой. Сундучок. А может быть здесь? Не может быть. Тогда плевать. А. Тут проверим. Шикарно. Так, это чё? Депс 1. Некрополис 1. Охуительно. А где я ставил Devil карту? Подожди, я забыл. Я ее нигде не проебал, случайно, или я ставил ее на кейс 2. Ощущение, будто я ее где-то уже проебал. А пилера, подожди, пилера нет. А, пилер я оставил, я забыл. Я же пилер оставил. Бля, обидно. Тогда маленько даже обидно. Блин, точно. Я же забрал книги, а не айтемы, которые были до этого. Ну и ладно. Ну и ладно. О, давай кошку. Как раз таки активирую. Yes. Ура. Все. Фиксит. Ну и ран пройден.
Теперь можно, видимо, не париться. Легко. Ох, это розовый ёбич. Сколько же оно меня нервов-то убило в Afterbirth Plus. Сколько же было убито нервов на этой хуйне розовой. Вы бы знали. Сейчас вроде плевать. Сейчас ее, потому что нет на первом этаже. Или даже на первой главе, по-моему, нет. По-моему, там во всей первой главе, да, по-моему, нет супер-мини-боссов, да ведь? Или только на первом этаже? Что-то я опять забыл. По-моему, просто в первой главе нету супер-мини-боссов. Супер-версии. Это очень сильно, типа, упрощает жизнь. Да вы заебали, у меня скорости нет. На первом, я говорю, наоборот, нету. Есть мини-боссы, есть, да. Нету супер-мини-боссов. Там же есть супер-версия этих мини-боссов, и они более душные обычно. Мини-боссы могут быть хоть в первой руме. А вот супер-мини-боссы, по-моему, теперь их нету. А раньше они... У тебя могла быть первая рума, мог быть супер-прайд. На одном хп. И там на 19-ти рейте. Afterbirth Plus. Хонт-охранник? Не, ну хонт-охранник это да, типа там... Да. Там жесткая охрана была. Ну это ладно, это можно. Так, а что у меня по гапе одна часть, да? Одна часть. Так, на самом деле можно этой хуйней больше, наверное, не заниматься. Типа книжку смысла нет уже особо выгружать, потому что все равно у меня уже хп... Хватит, наверное, хп уже. С кошкой, наверное, как-нибудь выживу. Должен. Охранял он там Дедай охранял. Не давал мне его забрать. Тролль-бомба было дело. Я же отреагировал, правильно? Значит, все в порядке. Все под контролем. Кошка с... А, не, кошка на месте. А это... Это передняя часть. Я даже по камере не сразу понял. Опять же, хорошая активка, но... Как же я хочу, сука, найти грёбаный ресток в этом блядском ране. Хотя бы блэк-руну, хоть что-нибудь дайте. Ненавижу эти ебучие раны с коробкой, просто ненавижу. Каждый раз ебешься полдня, чтобы нихуя в итоге с ней не сделать. Просто ничего. Как обычно. Ну, я знаю, что да, так оно и будет, да, если я сейчас ее оставлю. Будет и Ресток, и Джаджмент Карта, перевернутая, и Петра, и Блэк Руна, и Душа Айзека, и Душа Эдена. Там все сразу будет. Охуенно на этом. А, на самом деле, подожди, без сарказма охуенно на этом. Это ж удача, удача на зубы. Даже это нихуя не шутка, что это охуенно на этом. Так, фулл карта на руках. Карта на руках. Поехали. Красная мать, очевидно. Коробку спиздить можно сок от айтемов. В коробке всего 10 айтемов можно пиздить, поэтому там смысла нет этим заниматься особо. Там Void лучше и Black Runa лучше работает в комнате сертификата, по-моему. Чем сильно лучше. Коробка не так интересна. The fool. Я ничего не оставил, все. Можно валить. Я не пойду в Кёрса, поэтому
насрать, видимо. Седы говна, конечно, сегодня. Что самое смешное, хуёвый ангел, да, сегодня получается, весь день, по-моему. Даже на ангеле нихуя нет полезного сегодня. Активка, но активку я могу забрать по дороге назад, да. Она там никуда не уйдет, потому что она была в этом руме. Я ее могу забрать потом. Я все еще надеюсь на коробку эту ебучую. Я все еще верю, что я сейчас что-нибудь найду, чем ее реализовать. Четверка? Двойка. Двойка! Почему двойка? Зачем двойка? Это двойка. Нажал. Красивый разворот. Фер уёбки. Ненавижу. Отвалите. Вкусно. Сундучки, оно там, блядь, через шипы ходить в них. Звучит довольно больно. Шок. Па-па-па-па-пам, па-па-па-па-пам. Блин, сундуки, конечно, так и манят, но, блин, столько хп проебу. Там 3 хп, допустим, проебать в теории можно. По шипам этим походить. Вроде неохота. Мелкий свечник. Умри. Бесплатные. Хватай бесплатно. Сейчас посмотрим. Потому что я сейчас особо не всматривался. Бесплатно — это мой выбор. Очевидно. Ясно. Ну что, ресток, все? Правильно? Нихуя неправильно. Нет никакого рестока. Мини секретки. Ну хоть таблетки, ебать, хорошие. С ума сойти, таблетки просто охуительные. Без шуток. Таблетки огонь. Ну, я могу с собой тащить коробку, в принципе, до конца. Нихера нигде не жмется. Да, эти бесплатные, это правда. Вот эти платные. Эти платные. Вторая часть Гапи. Я на это поведусь. D6 в теории возможно. Скоро узнаем. Так, я думаю, даже готов сходить в Кёрса теперь. Кстати, псина с BFF, да? Эпично. БТВ — это первый, да? Фамильяр за весь ран. Первый нахуй фамильяр за весь ёбаный ран. С BFF стартом. Охуеть. Это сильно.
Это, мать его, сильно, конечно, первый фамильяр на Мавзолее 2. Нет, не гапим. Так, это мы потрогаем по дороге назад. А, был мультибебик. Ну, типа, блядь, он... Такой себе. Такой себе. Вот пилер это правда, я бы пилера мог сделать. Ну, блин, там книжки. Книжки все испортили. Во всем виноваты книжки. Пошли отсюда. Но ждем D6 реально в твоем руме или и будет грустно. Или будет очень грустно в этой коробке. Блять, его. Уже full hard damage. А, ну это тоже нормально. Это муха пиздатая. Так, ищем Петра или Блэкруну. Тоже почему нет. Я, конечно, один череп взрывать, это, по-моему, не сильно эффективно. Один череп это мало. Убери это говно. Что-то, по-моему, вырисовывается пиздец долгий ран на зверя. Честно говоря. Таким билдом. Но муха, ладно, муха. Муха нам точно нам пройдет. А, по дому. На двери можно умирать, там уже куху будет. Главное на догме не зафидеть. Ладно, в пизду. На самом деле даже думаю вот так в пизду. Все-таки выберу книжку на хп. Чё-то страшно. Чё-то сыкотно. А тебя я не могу фармить. Хотя не. Пизжу. Может и могу. А нет, тут пол хп. Тогда не могу. Блин! Нет полета. Еще и проебал корону. Вернул корону. Спешл рума. Спешл рума. Ну вообще да. Красивая дверь. Мне интересно, угроза корону проебать. Это опасно. Не хочу корону терять. Сейчас собака звереет. Опасность. Ой, опасность. Пизда тебя нахуй, невозможно дожить. Ебаная ты тварь. Просто иди нахуй, ёбаный пиздец. Что это нахуй за отдача говна, блять. Господи, кусок ебаного кала нахуй, а не айтон. Что это за пиздец? Куда эту хуету несет, блядь, каждый раз? Как это нахуй доджить? Только, блядь, через бомбы. Господи, долбоёбски, сука, айтем. Мишка. Какая же, блядь, параша. Я еще бомб, но нихуя нет, чтобы эту хуету контрить. Человеческим. В пизду. Охуеть, ты меня смогла даже так выебать. Очередная нахуй гениальная комната. Ранкт.
Так, я полагаю, Фрэнк не проебет, да, наверное? Все равно проебал Дейл-карту где-то, походу. Обидно. Обидно. Can't you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Ну, это же тотальная хуйня. Вот тупо на короне тащим и на зубах. Теперь еще на псайфлайн на маленько. Немножко. Ага, а этим я бы паролил. Ну ладно. Ну ладно. Слишком поздновато мы это нашли. Я полагаю, стрэнг мне корону обосрет, да, наверное, если я нажму стрэнг-карту на боссе. Я пауков не вижу. Так что стрэнг, наверное, даже не сильно полезен будет. По итогу. А, я нажал Death Room, окей. Справедливо. Помнишь, у меня была Дейл-карта? Где, не помню. Просто помню, что она была. Как факт. Она где-то была. Вау, да нет, типа, пойдем, мы пойдем просто рано, ебаная хуйня. Сегодня рано пиздец, какие-то всратые все. Почти все. Тут как бы не пройти нету варианта. С кошкой. Это нас бесилось. Она опять наестся с одного и двух моба. Нет. Не хватило. До свидания. Сами это говно проходите. Еще могу ее этим пушить. Щитом могу пушить ее. Но, по-моему, это тоже не самая лучшая идея. Одни шипастые сундуки, алло. Почему одни шипы? Гигу я делал давно. Как-то делал. Хелс. Это которая ломает камни. Так, еще хрен на бифов. Вон, ешь телек. Правильно. Телек можешь есть. Все равно его не съешь. Ебать, как долго ты хуяришь в одну сторону. Почему-то. Так, Примус они опять не идут. Ничего нового. Это все похуй. Кстати, меня же даже с кошкой, да, по-моему? Даже дохерить до 6 хп, правильно? Даже с кошкой я получу 6 хп сяду. После этого файта. Так что вообще плевать. Сильно тупит.
Опять спецэффекты смешные. Да, похилило. Во, иди, иди в лаву. Все, молодец. Вот, вот там нахуй стой. Тут тупая собака. Блять. Какой фьючер. Тут же манти въебал. Зубы, наверное, маленько ускорят, но это все еще будет, наверное, не сильно быстро. Ну да, я эту фазу вижу, значит, точно будет говно. Почти всю посмотрел. Билд среднее говно. Да, я не хочу корону терять. Мне кажется, корона сильнее, чем стрэнг-карта. Я, конечно, могу ошибаться, но... Я могу ошибаться. Математика очень сложная там. Очень, очень сложная. Я в такую не осилю. Типа я потеряю 2 терзы, получу плюс 5 дамаг, наверное. Теперь знаю, что выгоднее. Обожаю эту атаку. Я вообще не понимаю, как я должен на этой скорости бешеной. Вылетают. Зубы, да. Я вот тоже о зубах думаю в основном. Типа больше терзы, значит больше зубов. А зубы там X3, да, мультиплеер, блядь. Сам сороку подставил. Вроде, вроде реально выгоднее, значит. Ставить тирейд. Нет, не. Ура, книжка. Ох. Ты чё, кошка, испугалась? Не боись, уже почти прошли. Уже почти пройдено. На бошку бомбу. Глупая смерть. Дальше я по-другому посмотрим, сколько. Две атаки, окей. Ну, бывало хуже, типа, это еще не так плохо. Просто средненький билд. Но без зубов это было бы смешно, наверное. Вот без зубов это было бы реально смешно. Если бы еще не было бы зубов. И короны. Ха! Тогда это было бы интереснее. Это было бы, ну да, была бы стрэнг-карта, ладно, стрэнг-карта бы маленький был лучшего, но все равно было бы хуже, чем сейчас. Сила мне поломает теры. Не будет короны. Корона заебись, корона дает тирейд, тирейд дает зубы, зубы дают дэмэдж. Силу брал больше по приколу. Если вдруг надо будет, чтобы не умирать, хотя тут все равно можно умирать, благо. Для догмы, наверное. Типа на догме умирать нельзя. Что там файт тогда будет перезапускаться. Тут даже умирать можно. Не возбраняется. Так, 2 круга. Пока секс сдохнет, ну это, блять, уже слишком. Слишком это. High IQ move. Не буду въебываться. Okay. Почти 3 круга. Собаки норм. Собака вайбит. В общем, реально, это здесь бы сработало, потому что ты умираешь, и ты в той же руме остаешься.
Хотя с кошкой это как бы нетипично, по идее. По сути. Ну да, здесь стрэнкарту можно нажать и умереть, и это будет все еще корона. Next level move, конечно, next level. Ну, типа, всирать 6 хп это очень грустно. Там 6-7 хп всирать ради этого. Все еще звучит контрпродуктивно. Все, нажал. Конец. Все пригодилось. О, господи. Ну и хуйня. 54.